Привет! Ты на канале CaseTrier, и мы продолжаем играть Sea of Survivors. Давайте выполним еще одно задание. Подплыви ближе, я ударю его саблей. Завершите плавание только с оружием ближнего боя. Я писал, как звучит это задание на английском. Вроде как допускается использование оружия ближнего боя во множественном числе. То есть можно использовать и таран, и саблю. Так и поступим. Сабля, отправляемся в путь. Сразу крест. Мешок соли удваивает эффект от пищи. Не, давай крест. Так, куда мы отправимся? Давайте сразу же за деревяшками. Нам нужно найти, конечно, вампиризм. То есть улучшить сабли до второго уровня. Я не туда плыву. И разжиться тараном надо как можно раньше. Ну, тут все нужно. И как можно раньше. Есть еще задание собрать 5 единиц пищи. Я до сих пор его не выполнил. Надо сделать. Но если все будет нормально идти, закроем. Так, теперь отправляемся, наверное, сюда. Кораблекрушение. Можно, конечно, сразу за тараном идти. Да, наверное, все-таки сначала за тараном, потом будем думать. Кораблекрушение, там красный ящик. Непонятно, что я могу там увидеть, интересно. Все, отстой полный. О, это наш знакомый хороший. Сейчас мы у него должок только заберем. Сука. Сюда, бабки. Припасов. Где ты такую херню только находишь? Так, урон в зависимости от скорости корабля. Но у нас, если таран будет второго уровня, то нормально.
Таран сейчас будет. Ну, пока только первый уровень, но надо счет начинать. Сердечко там у кого-то вырезали. Вот это четко. Ну это же отстой. Ну, кстати, вот это оружие ближнего боя или дальнего боя? Это отстой. Это абсолютно. Думаю, надо мне это или не надо. Он-то увеличивается, блин, на чуть-чуть совсем. Ну ладно, давайте. Так, 150-160. Из-за того, что таран не соединен, урон вообще копеечный. Что-то я вообще не туда приплыл. 150-160-то мне нахрена нужен? Так, 207 мне нужно. Чуть-чуть вот сюда.
100 хп. Что так щедро-то? Но закрывай уже, давай. Ну, конечно, как же. Говорит, а что тебе это не надо? Ой, как жалко. Сейчас мы из этого дерьма все выбьем. За это. А хули он хотел? Падла. Что-то не то. Конвертик. Да, все это херня. Так. Пистолетик. Давай конверт. Так, 280-165. Без вампиризма-то тяжело. Часто понятно, мы держимся. Да, то, что урон, конечно, очень низкий, это угнетает. Уж если думаешь, подошел так близко, ну, хренач, нормально. Что за дела-то? Блять, все касаются. За херня. Блять, естественно, ничего нет. Скоро. Он говорит, я тебе скоро дам. Ну, спасибо, дорогой. Так, 205-250. Ну что это такое, вот тараном 160 единиц. Ну, наверное, просто связки нет. Мне хпшку до сих пор не дали. Чтобы связать таран. Ну, естественно, любую парашу он готов мне предложить. Хрен с ним, давай хотя бы эту. Свяжем, хоть крит появится. Ну, наконец-то. Ну, суки, готовьтесь. Отведайте сейчас. Блять, урон все равно полное говно. Ну как так-то, ну?
Ну вот я думаю. Блядь, отлично. Ну вот вампирься у него. Бля, через огонь иду. Опять отстой какой-то. Броня 35. Ну, сейчас как заживем. Ну где лечение, сука? А, или у нас уже подлечили, считается. Нас уже подлечили. Понял. Это называется уже подлечили. Да, тут нормально не раскачаешься, вот еще проблема. Дайте 110 тогда. 300. Ну, человечков поруби. С них хоть может можно нормально подняться. Акул поруби. Thank you.
Ну, кстати, неплохо хпшку восстановил. Ничего бы уровень прокачать. Да, ну сейчас вообще не до еды. Так, 8321. Короче, просто сюда плывем. Неплохо, ведь прям идет, режет. Эту сволочь. Тут просто все в крови. Еще немного урона. А что его можно сделать? Ну, отлично, смотри, я могу отвампириться просто в этой каше. Посмотри, во, как надо 20 тысяч-то мочить. Пять броня. Как тебе такое? По-моему, неплохо. Так чем порадуешь? Ничем, ну ясно, понятно. Так, 91-313. А можно и не идти никуда. А где этот смелый-то такой? С огоньком. Мы ему с огоньком-то устроим. О! 450. Ну-ка, ну-ка. Сюда подошел, падла. Сейчас мы тебя пощекотать сабельками-то. Давай, давай, давай. Конвертики тогда давайте заберем. Давайте лампу. Нужен мне металлический корпус. Сколько добавится? 6300. Но нельзя будет восстанавливать. Хорошая эта идея. Просто сразу хпшка. Просто альтернативы-то какие? Тут вообще непонятно что. Ну давайте вот это как раз и возьмем. Мне все логично. До безумия.
Пацаны, еще человечка дали. Просто здесь-то я легко могу отвампириться, потому что много слабых противников. А вот как я буду вампириться на кракене, не очень понятно. Может быть точно так же. А может быть и нет. Тогда 6300 по хп выглядит не так плохо. Три сотни всего. Ну, давай со щупальца, падла. Ну, а как-то побыстрее тебя можно завалить? Все-таки слабый босс. Нубский, я даже сказал. Ну, видимо, не получится легко. Это хорошо, я его еще не сильно отталкиваю. У меня нет тарана второго уровня. Ну и сейчас щупальца закончится. Ну а как мне вот осторожненько так вот идти с ним? По чуть-чуть, потихонечку, помаленечку, по зернышку, по семечку. Ну, так подходишь, непонятно, ну. Он все время отлетает. Ну, вот чуть-чуть, вот уже прям почувствовал. Во-во-во. Кстати, он неплохо бьет, 300. Еще эти у него взрывающиеся. Щупальца. Так. Ага. Заверши плавание только с оружием ближнего боя. Ну что ж, справились. Шанс на крит. Шанс на крит. Разброс боеприпасов. Ну что ж, самые интересные задания, и которые я могу выполнить, мы выполнили. Осталось то, что будем выполнять после обнова. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.